Так, ребята, с кем я не поздоровалась еще раз, всем привет. Сегодня мы с вами будем делать оригами дельфина. Для этого нам с вами понадобятся ножницы и квадратный лист бумаги. Мы еще подождем полминуты, чтобы кто еще что-то не приготовил. Все собрали нужно и будем начинать. Так, ребят, у кого еще не все готово? Уже все готово. У меня еще тут. Сейчас. Угу. Хорошо. Все. Так, ребят, у кого еще что-то не готово? У всех все готово, отлично. Итак, для начала нам с вами надо согнуть наш листик по диагонали. Вот так. И разворачиваем. Дальше мы с вами складываем вот так уголочки к середине, чтобы они сошлись два аккуратненько вот здесь. Вот здесь угол был красивый. Как самолетик складываем. Вот так. Ребята, все поняли, как делать? Угу, Даша, хорошо. А у меня все правильно? Это как бумажный змей. Еще раз, если хотите что-то спросить, поднимаем руку. А у меня тоже все нормально. У меня это у кого? У Юры. Вот нормально у меня все. Да. Только листик будет чуть-чуть поаккуратнее обрезать. Так нормально. Алина Батекина. Вот так? Да, хорошо, молодец. Ирина Амиш. Я Лара, я сейчас изменю мое имя, но
У меня все правильно? Сейчас посмотрю. Тебя не вижу. А, да, все хорошо, молодец. Дальше мы с вами разворачиваем наши уголочки. И складываем их теперь в другую сторону. То есть, если вы до этого складывали сверху вниз уголочки, то теперь складываем снизу вверх. Я до этого складывала сверху вниз, теперь складываю снизу вверх. Если вы наоборот складывали снизу вверх, то делаем в другую сторону. Вот так. Ирина, Лара, ты забыла опустить руку? Или ты еще что-то хочешь спросить? У меня все правильно тоже, да? Сейчас посмотрю. Да, правильно. Дальше мы с вами разворачиваем. А у меня правильно? Да, Даша, правильно. Дальше мы с вами складываем еще раз по диагонали. Ну, соответственно, не тот же сгиб, который мы сгинали, а новый теперь. И разворачиваем. Меня правильно? Да, Даша, правильно. Теперь нам с вами надо сделать такую штучку. Мы берем вот здесь уголочек пальчиками, складываем и ведем к серединке. Вот так. И теперь вот сюда складываем. Сейчас я еще раз покажу. Одну секунду, ребят. Сейчас еще раз покажу. И не забываем, пожалуйста, поднимать ручку, если хотим что-то спросить. Еще раз показываю. Берем вот здесь пальцами. Закладываем и ведем к середине. И потом вот сюда аккуратненько складываем вот этот уголочек. Другой стороны? Что еще раз? И так и с другой стороны? Да, и так мы будем делать с другой стороны. Еще раз показываю. Смотрите, берем пальцами вот здесь, ведем к середине. И уголочек либо вверх, либо вниз. Правильно? Да, Даш, правильно. И также делаем с другой стороны. Берем пальцами, складываем к середине.
и уголочек убираем. Потом складываем пополам? Нет, пока мы не будем складывать пополам. А у меня правильно? У меня у кого? У Лары. Сейчас. Лара, можешь, пожалуйста, показать, что ты сейчас сделала? Я не совсем понимаю, что у тебя. Я вот, у меня вот так было, я вот так сделала, потом вот это я вот так сгибнула по линиям и положила вот так. Нет, у тебя неправильно. Еще раз показываю. Смотрите, берем двумя пальцами вот здесь. И складываем к середине. Надавливаем, чтобы он сложился к середине, этот бок. Также делаем со второй стороны. Берем, ведем к середине. И уголочки сюда кверху или к низу, неважно. Все, ребят, все поняли? Да. Отлично. Теперь мы берем наш листик и поворачиваем его гладкой стороной кверху. Теперь мы берем левый уголочек, складываем к вот этой серединке. А правый тоже так? Нет, правый не надо. Теперь мы берем и отворачиваем вот сюда наверх. Вот здесь должно быть, ну, получается, вот от этой полосочки до вот этой полосочки должно быть 1.5 сантиметра примерно. Не обязательно прям по линейке мерить, но если хотите, чтобы было прям все ровно, то можете по линейке.
Дальше мы берем и вот этот кончик острый складываем сюда. У нас должна получиться такая неровная гармошка. Теперь мы складываем пополам. Пока что не надо. Будем делать все вместе. Пока мы не складываем пополам. Итак, теперь нам надо загнуть вот здесь уголочки. Мы берем и складываем симметрично вот этому углу. Также здесь. А можете, пожалуйста, что еще раз? Повторить? А можете, пожалуйста, повторить, да. Сейчас. Получается, вот у нас идет сгиб, и мы должны симметрично ему согнуть вот этот уголочек. То есть, чтобы вот эти вот две полосочки, два сгиба совпали. Также делаем с этой стороны. Теперь можно складывать пополам. Только чтобы все его внутренности остались внутри. Не вот. Получается, складываем мы вот этой стороной, где у нас тут все вот эти вот загибы, мы складываем вовнутрь, чтобы их не было видно. Вот так. Теперь нам надо сделать плавнички. Мы берем и вот этот угол откладываем в сторону хвоста. И теперь нам надо вот эту сторону сложить к вот этому сгибу. Здесь у нас будет такой легкий сгиб. Вот мы к нему вот так складываем. Вот так. Я не поняла, как складывать. Сейчас посмотрю. Это кто говорит? Кто сейчас, ребят, спрашивал, правильно или нет? Линда подняла руку.
Я хожу на дельфина. Ты что-то хочешь спросить? Да, Линда, правильно. Молодец. И со второй стороны тоже? Нет. Со второй стороны нет, не тоже. Теперь поворачиваем на обратную сторону. Здесь у нас тоже уйдет уголочек. Вот такой. Мы берем его, чуть разворачиваем. И складываем вот сюда. То есть вот здесь он будет чуть-чуть у вас вот так разворачиваться. Вот так. Насколько надо, настолько разворачивайте. У меня, допустим, не сильно он разворачивается. Это будет с обратной стороны. Еще раз. Вот у нас был уголочек. Мы берем его, чуть приоткрываем. И начинаем класть вверх. Вот здесь он будет чуть-чуть раскрываться. Ой. Непонятно. Еще раз повторите, пожалуйста. Вот у нас угол. Мы его чуть-чуть вот здесь раскрываем напополам. И начинаем класть вверх. Насколько он будет у вас вот здесь раскрываться, настолько пусть и будет раскрыт. Тут нет определенного размера, у кого как откроется. А у меня не получается. Что именно? Ну вот это сложить. Еще раз показываю. Вот у нас угол. Мы берем, вот здесь чуть-чуть пальчиками раскрываем. И начинаем класть его наверх. Все. У меня правильно получилось? У меня это у кого? У Амиты. Да, только надо аккуратно сделать вот этот сгиб, чтобы он ровненько лежал. Так, и смысл правильный, только сгибы вот эти чуть получше надо согнуть. Поворачиваем обратно на ту сторону. Теперь у нас есть плавник и сверху, и снизу. Теперь нам осталось сделать хвост. Мы берем. Я не могу сложить, у меня не получается. Дальше. Делаем хвост. Я беру кончик хвоста и складываю его вот так наверх. Не очень большой кусочек. А можно, пожалуйста, второй плавник повторить? Сейчас повторю. Еще раз. Берем угол. Чуть-чуть его посерединке раскрываем. И кладем наверх. И прорабатываем вот эти сгибы, чтобы все были аккуратненькие. Включайте, пожалуйста, ваши микрофончики, ребят. Итак, теперь делаем хвост. Берем хвост
и складываем его наверх. Вот так. Теперь вот здесь его раскрываем и разрезаем до того момента, там, где у нас сходятся два сгиба. То есть вот у меня два сгиба. Я буду разрезать до того момента, там, где они сходятся в одной точке. Вот тут. Вот тут. Вот так. У меня правильно. Главное, получилось правильно. Да, хорошо. Теперь. Это правильно? Да, правильно. Вот это. Правильно? Оно правильно. Работает как шар. Да, правильно. Еще раз повторить. Дальше. Берем и по этим сгибам складываем. Один вверх кусочек, второй вниз. Вот так. Если хотите, вот здесь, вот, чтобы он вот так не раскрывался, можно склеить. Ну, так как мы делаем оригами, я не склеиваю. Если хотите, можете склеить. А можно повторить хвост? Сейчас еще раз повторю. Берем кончик, складываем его наверх. Вот так. Убираем. Потом разворачиваем и разрезаем до того момента, там, где у нас сходятся вот эти вот сгибы. Я разрезала уже. Складываем обратно пополам. Один кусочек вверх, другой вниз. У кого-то остались какие-то вопросы, ребят? Точно больше ни у кого нету никаких вопросов? Тогда на сегодня все. Всем спасибо.